Друзья, всем привет! Я только что получила две посылки. Хотела не показывать, честно говоря, не снимать видео. Но когда открыла одну из посылок, поняла, что это надо показать. Вторую еще пока не открывала. Оставлю это на потом. Поэтому, если кому-то интересно, что здесь пришло, оставайтесь со мной до конца этого видео. Значит, в первой посылке я открыла и увидела вот эту вот красоту. Я давно и часто заказываю на AliExpress такие вот сахарные ягодки. Использую я их как в украшениях из лент, так и в букетах из конфет и различных поделочках. Особенно в новогодних очень хорошо идут вот такие красные, либо оранжевые ягодки. Я решила вам показать, потому что я нашла магазин. Цена такая приемлемая, хорошая. Не дорого, но и не дешево. Средняя, скажем так. И какое там разнообразие оттенков, девчонки, просто вот синий, я балдею просто от этого цвета, и когда вот эти сахарные ягодки посыпаны вот какой-то штучкой такой, не знаю, как она называется, смотрите, они как в инее, вообще такие классные, я прям сейчас вот доснимаю этот обзорчик небольшой и побегу сразу делать что-нибудь с этими красивыми ягодками. Розовенькие, синие. Сейчас я все цвета вам покажу быстренько. Вот такие вот красные. Смотрите, какие сочные желтые. Просто на синем фоне на моем это прям великолепно смотрится. Оранжевые вот такие. Они немножечко с красноватым отливом. Тоже очень красиво. Также вот такие серебристые. На Новый год, кстати, они будут вот просто на пике популярности. Я заказала для себя 3 таких вот пучка. Так, зелененькие. Такие яркие тоже. Смотрите, какая прелесть вообще. Я просто вот кайфую. Рассматривала их, когда только открыла. И восхищалась. Смотрите, вот эти. Вот этот цвет очень красивый. Здесь у меня целая коробка, так что наберитесь терпения. Смотрите, золотистые какие классные. Тоже такие вот, как в инии все, здоровские. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Возможно, вы для себя закажете, выберете что-нибудь. Смотрите, вот этот цвет красный такой, видео, конечно, камера не очень передает, но он такой более насыщенный, прям красный. А этот алый, очень красивый. Далее 2 пучка вот такие вот голубые. Зеленые, немножечко другой оттенок, потемнее. Если этот вот светлый, светло-зеленый. Так, вот здесь вот я нашла брак. Ну, это ничего страшного. А вот этот немножко потемнее, тоже такой красивый очень. И 2 последних пучка, это вот такой вот белый. Смотрите, какая красота. В общем, ссылочки в описании. А пока давайте перейдем ко второй посылке, потому как ей нужно будет уделить немножечко побольше времени. Там еще интереснее товары. Я сейчас опущу камеру немножко пониже, и мы с вами распакуем эту посылочку. Так, девочки, открываю, потому как я посылку эту ждала прям с таким нетерпением. И сейчас в преддверии распродажи на AliExpress я решила вам показать, потому что эта посылка мне пришла за 13 дней. Вы представляете, 13 дней для AliExpress — это вообще такой срок классный. Я просто в шоке. Вот здесь такая прелесть. Смотрите, сколько здесь всего. Как я ждала, девчонки, эту посылку. Здесь мне пришли различные молды. Сейчас перед Новым годом очень популярны елочные украшения из, вот, с орнаментами такими, молд, из молдов глины, там запекающиеся, самозатвердевающие, очень много. И я поэтому заказала несколько штук. 2 посылки мне еще идет с этими, с такими же молдами. Ну, с другими только рисуночками всякими. И вот одна пришла, очень быстро пришла. Сейчас я открою и вам все покажу. Смотрите, какая красота просто, девочки.
силиконовые мягкие молды. Очень, кстати, силикон такой качественный, хороший. Я смотрю, здесь все прям идеально, мне кажется, вырезано. Но это мы попозже проверим, протестируем, конечно. Здесь у меня два ангелочка. Некоторые даже вот запечатаны как-то в пакетиках. Вот такой молдик тоже с интересным рисуночком. Буду делать елочные украшения, буду декорировать различные шкатулочки. Вот этот молд я, кстати, думала, что он немножко побольше. Он совсем масенький. Ну ладно, мелкие орнаменты тоже красиво смотрятся. Вот эту рамочку, прям вот я ее так хотела, давно на нее смотрела. И вот, наконец-то, я ее заказала. Ой, разрезала пакет, и здесь он открывается. Смотрите, какая классная рамочка. И размер такой очень хороший для елочных шаров. Он прям вот то, что надо. Так, дальше здесь у меня тоже ангелочек. Но форма, как видите, потолще, повыше. И этот ангелочек будет такой более объемный. Красота, конечно. Так, дальше. Еще вот такой вот красивый витиеватый рисуночек. Ой, какая прелесть. Я прям вообще в восторге. Сейчас буду тестировать вместе с вами. Я в таком восторге, девчонки, что я не помню, сказала я или нет, но я ссылочки оставлю в описании. Возможно, перед Новым годом кто-то из вас тоже захочет заказать. Пришли они очень быстро. Здесь тоже рамка, но здесь рисунок такой более мелкий. Протестируем потом, посмотрим. Рамка и камея здесь на одном. Так, здесь птички разные. Здесь 5 видов. Не знаю, как тут вот мелкие детали эти, конечно, я еще не работала с глиной. Но буду пробовать. Так, еще один. Силикон качественный очень. Не знаю, как будут они отпечатываться, вылезать, как они будут из него. Но он очень мягкий, такой податливый. Вот этот молд очень красивый. И все четко вырезано, прям... прям вот вообще идеально. Так, здесь у меня снежинки. Вот какая красота, смотрите. Маленькие, большие, всякие-всякие. Очень красивые. И также я заказала новогодней тематике елочку. Молд в форме елочки. Смотрите, какая прелесть. Здесь сани, олененок, снежинки. Даже Санта-Клаус или Дед Мороз что-то здесь есть. Так, у меня я заранее, конечно же, припасла. Несколько упаковочек взяла материала. Сейчас будем знакомиться с ним, тестировать молдики. Значит, первый я взяла вот такой вот. Здесь написано «самозатвердевающая полимерная глина для лепки». Цвет белый. Здесь что-то, я не помню, по-моему, 200 грамм всего. Где-то здесь должно быть написано. Но очень легкая упаковка, прям вообще совсем невесомая. А вот это вот килограмм тоже белая. Сейчас я прочту. Паста для моделирования, отвердевающая на воздухе, белая. Здесь килограмм. Такая пачка внушительная. Не знаю, как с ним работать, девочки. Сейчас буду экспериментировать, пробовать. Будем отпечатывать молды. И сразу располагать их, наверное, на шарики, чтобы они принимали форму шаров. Сейчас я подготовлю шарики и вернусь к вам. Так, будем смотреть, что же здесь.
Какая она приятная на ощупь, девчонки. Вообще такая прям как зефир. Смотрите, рыхлая такая. Мягкая-мягкая. И беленькая, прям белоснежная. Так, ну давайте пробовать. Я сейчас быстренько все заполню, вытащу, а вы просто посмотрите сам процесс. Немножечко ускорено, чтобы не затягивать видео. И потом покажу вам все поближе и расскажу про каждый молд отдельно. Девочки, вот результаты моих трудов. Я уже наделала много-много разных штучек тут. Смотрите, какие красивые. И что хочу вам сказать. Значит, все молды, вот этот вот просто идеальный. Каждый слепочек просто классный. Ничего нигде не рвется, вытаскивается. Очень понравился вот этот молд, потому что вытаскивается все до идеальных, прям вот до каждой веточки, тонкие все вот эти линии, благодаря тому, что он мягкий и очень качественно выполнен. Мне понравился этот молд. Рамочка тоже. Вот такая вот рамочка, вот две штучки еще. Это все, и это же тоже хорошо все работает. Вот здесь это вот такие вот ангелочки. Здесь у меня выполнено два штучки из полимерной глины и одна вот из... Я потом чуть попозже сейчас расскажу про глину, не буду отвлекаться. Значит, этот молдик тоже неплохой. Тут вот есть сердечко посерединке, я и сердечко сделала, выполнила. В
В принципе, можно им пользоваться. Единственное, что здесь вот есть такие, ну, совсем глубокие детали, и немножко сложновато вытащить оттуда. Но я нашла выход. Я, значит, полностью заполняю, использую лишнее, убираю палочкой от мороженого. Также помогала себе вот таким ножичком, очень, кстати, удобно. Нужно купить специальный инструмент. Они есть, эти скребочки все в продаже. Заполняем и оставляем минут на 10-15 прям вот в молде. А потом уже потихонечку вытаскиваем. И все детали хорошо вытаскиваются отсюда. Вот этот молд тоже очень удобный. Тоже мне понравился. Есть несколько завитушечек я из него вытаскивала. Сейчас не пойму, какие из них где. В общем, вот эта штучка, я отдельно их делала, видите, вот такие вот. Все хорошо, этот тоже могу порекомендовать. Вот этот молдик очень понравился, тоже сделала несколько штучек таких вот заготовочек. Далее, вот это вообще шик, блеск, красота. Несмотря на то, что он маленький, такой вот совсем мелкий, мягенький, из него получаются настолько ажурные красивые элементы, смотрите, что прям вот, ну, просто идеально. Приходится, конечно, немножко дольше посидеть, поковыряться, чтобы заполнить, но элементы вообще просто класс. Рекомендую. Птички. Здесь тоже вот много мелких птичек, вот они разные. Тоже все хорошо вытаскиваются, тоже рекомендую. Все из этого молда в форме елочки. Вот здесь у меня лежат елочки, все это вам видно. Олененочек, вот он, смотрите, тоже оставляю, где есть вот такие вот мелкие совсем полосочки, мелкие прорези, я оставляю глину минут на 10-15 в молде и потом вытаскиваю, все хорошо вытаскивается, не рвется. Вот эта рамочка тоже неплохая, но мне не совсем понравилось то, что очень мелкий здесь рисунок. Я люблю более ярко выраженные вот такие вот, как вот в этой рамке рисунки. Но тоже буду использовать. Очень хороший вот этот вот молд. Я сделала несколько штук, вы их перед собой видите. Все они просто классные. Единственное, что у меня не получилось и чего я вам рекомендовать не могу, это вот такие снежинки. Как я не пыталась, что я не делала, как я не заполняла, у меня, ну, ничего не получилось. Настолько мелкие здесь, мелкое все. Я не знаю, может быть, заполнить и вообще оставить на сутки, пусть оно все это высохнет, а потом вытаскивать. Попробую, конечно, но этот молд вам рекомендовать не могу. Что касается по глине. Я не буду доставать. Я вам вот так вот покажу сейчас. Вот это очень легкая, воздушная, полимерная, если я не ошибаюсь. Хотела не доставать, но придется. Да, полимерная глина для лепки. Вот эту вот, девочки, я вам рекомендую просто. Она просто идеальна для этих работ. Невесомая. Я пробовала на шарике лепить. Вот есть детали, сделанные из этого материала. Даже шарик не переворачивается. Они настолько невесомые, легкие, что прям просто идеально. Вот эта глина, она очень тяжелая, очень просто тяжеленная. Как видите, она немножко такого коричневатого оттенка, когда сырая, но когда высыхает, вот из нее ангелочек, в принципе, он белеет, но не так, как вот, если возьмите, смотрите, в сравнении из этого и из этого материала. Они совсем разные. И из этой глины тяжелое, настолько тяжелое все, что шарик переворачивается и, ну, неудобно. Это буду использовать эту глину только для какого-то декора, там шкатулочки или еще что-то. Буду использовать вот эти. Смотрите, какой ангелочек просто. И настолько он невесомый, легенький, прям вообще мне нравится. И эта глина немножечко светлеет, конечно, но она отличается по цвету. Вы вот видите перед собой все детали, выполненные, допустим, из полимерной глины и из такой. Разница есть. Если вы не будете окрашивать эти детали, то такую глину лучше не брать. Итак, девчонки, вот такой вот получился у меня обзор. Оставлю на все молдики ссылки в описании под видео. На этом с вами не прощаюсь. Увидимся в новых интересных мастер-классах. Всем пока-пока!